В украинской армии вводится новая форма. Об этом сообщил внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков. По его словам, глава государства Петр Порошенко утвердил документ, предметы обмундирования и знаки различия вооруженных сил Украины. Официальной информации из администрации президента или Министерства обороны нет. О принятых изменениях Юрий Бирюков рассказал на своей странице в Фейсбуке. В духе политики декоммунизации решено убрать с погон звезды, как советские знаки различия. Разработкой новых занималась группа энтузиастов. Предметы, униформы и погоны представят в День независимости Украины 24 августа.